Marina, stai zitto. Добрый вечер, дорогие друзья! Все в детстве любили сказки. Ну, не все научились верить в чудеса. Может быть, потому что не в каждой сказке был хороший конец? Вот возьмем... Вот возьмем, к примеру, у меня. Я так долго жила в одной хорошо известной вам сказке. И ничего не замечала вокруг. Как я, благородная лиса, представительница славного семейства собачек, могла связаться с этим прохвостом, котом, Василием? Тогда вел меня до нищеты. Он заставлял меня обманывать бедного маленького Буратино. Где были мои глаза? Ведь все это время рядом находился надежный. Точный, верный Путин Артур. Но вот однажды случилось чудо, и я прозрел, и теперь мы с Артемошей вместе. И мы преобразили сказку. Мы прогнали прохвоста Базилио. И подружились с милым, славным Буратино. Теперь мы вместе руководим трипопулярнейшим трактиром «Три корочки хлеба». Чудеса случаются, и мы желаем вам, друзья, чтобы в новом году с каждым из вас случилось чудо.